В темноте молодого человека, сидевшего на парапете высотки, местные жители заметили случайно. Внимание к себе он не привлекал. На опасном высоте он молча пил спиртное. Очевидцы опасались, что мужчина допьет алкоголь, после чего прыгнет вниз. Он вот тут стоял возле... Вот тут стоял он возле двери. Он стоял? Да. Худенький такой. У подъезда сначала стоял? Да. Два коньяка было на руках у него. Что? Два коньяка было на руках у него. Спиртное? Он пьет, сидит, сейчас. Он звонил куда-то, но ему дверь не открыли. Дверь, ведущая на крышу здания, закрыта. Парень смог пробраться наверх через небольшое отверстие между решетками. Подъехавшие спасатели МЧС без лишнего шума вскрыли замок. Вести диалог с ним не стали. Был большой риск, наоборот, спровоцировать его на отчаянный шаг. Поэтому незаметно подошли сзади, просто силой выдернули его с края парапета. Хотя с высоты здания молодой человек прекрасно видел пожарные машины, автолестницу, скорую, тем не менее парень утверждал, что никак не думал, что все эти оперативные службы приехали исключительно из-за него. Говорит, мыслей о суициде и якобы вообще не было, просто выпил лишнего, вот и потянуло на приключения. Год рождения. 89-й год рождения. Спиртное много выпили, что ли? Ну, судя по глазам, нормально. Вообще нормально. Бутылок здесь. Что, посмотрите? Сколько? Чё? Бутылок здесь, пиво. Пиво? Что да. Отмечали-то? Ничего, аварию. А? Аварию. Машину сегодня разбил. И что? Поэтому решили спрыгнуть, что ли? Ничего, не хотел никуда прыгать. Молодой человек признался, что в этот вечер в аварии основательно разбил свой автомобиль. Это печальное событие решил залить горько и вместе с родным дядей. Но родственника дома не оказалось. Отсутствие собутыльника его не расстроило. И он продолжил банкет в гордом одиночестве на крыше. То, что в нетрезвом состоянии он мог случайно сорваться вниз, об этом парень вообще не думал. Здесь уже не живете вы? Нет, здесь не живу. А пришли тогда зачем сюда? Дядька должен был быть дома. Его не было дома. Его не было? Его не было дома. Просто все испугались, думали, что вы спрыгнете? Нет, не спрыгнете. Бригада врачей увезла неадекватного человека в психиатрическую клинику, где будут решать, нуждается ли он во временной изоляции. 25 лет в эфире. С вами и для вас.